Добрый день, дорогие зрители канала «Домашний очаг с Мариной». Сегодня я хочу вам рассказать рецепт фитотерапевтов, который очень хорошо помогает при таких заболеваниях, как урология. Если вы имеете проблемы мочевыводящих путей, и если ваши детки, а может быть и подростки, страдают энурезом. Дело в том, что белая акация содержит очень полезные вещества. Чтобы ничего не забыть, я вам перечислю, что в растении находятся флавоноиды, гликозид робинии, душистые эфирные масла, натурально-органические кислоты, сахара. И дело в том, что у акации очень полезна также кора. В коре содержится токсальбунрабин, дубильные вещества, эфирные масла, фитостерин, стигмастерин и танины. Дело в том, что это растение используют на протяжении сотен лет как мужчины восстановления здоровья, так и женщины. Обратите внимание, все, кто болеет циститами, вы можете принимать настойку или настой, мы сейчас поговорим, и в период обострения, и в период ремиссии. Принимают акацию все, кто имеет проблемы с почками, разные стадии, виды пиелонефрита, у кого песок, у кого воспалительные проблемы, у кого простатит. И так, как я сказала, если есть проблемы у деток, энуреза. Акация не является ядовитым растением, но несмотря на это, вы также должны соблюдать дозировку. Очень хорошо начать лечение в период цветения акации, но если вы пропустили этот момент, цветы акации вы можете купить, может быть, в аптеке, может быть, в фитолавках, так называемых, потому что в последнее время акация очень-очень востребована. Собирать цветы акации, конечно, надо в экологически чистых местах. Есть еще одно видео для женщин, как акация помогает при миомах, при бесплодии. И если у мужчины есть такая проблема, как бесплодие, настой, и настойка акации также в этом поможет. Особенно хорошо, благоприятно, и это нам показывают древние лекари, что даже если вы будете находиться под акацией, под деревом какой-то период времени и дышать вот этими эфирными маслами, это тоже не только вас успокаивает, но играет большую роль на продолжение, на деторождение. Очень есть интересные легенды о том, как греческая богиня, которая не имела детей, родила сына только после того, как она прогулялась и отдыхала под сенью акации белой. Но действительно, такие свойства, которые вот на самом деле акация имеет и используют травники, это неоценимая польза вашего здоровья. Итак, вы собираете акацию в сухую погоду. Вечером уже на закате солнца акацию мы не собираем, потому что она уже блокирует свои свойства. Надо, чтобы акация была сухая и чистая. Если будут попадаться маленькие веточки, маленькие листики, как я вам сказала, в них тоже много полезных вещей. Можно приготовить настой. Есть еще такой раствор, как отвар, но отвар надо кипятить несколько минут. Акация очень нежное растение. Достаточно всего лишь 2 столовые ложки, ну это сухой, мы говорим, акации, или вот так вот несколько гроздей, вот так вот 3-4, ну в какое количестве, залить 250-300 грамм кипятка и дать остыть, настояться. Пьем мы этот настой 3 раза в день по 1/3 стакана перед едой. Лечение длится 2 недели, обратите внимание, потом вы делаете перерыв 2 недели и снова продолжаете. Через полгода вы можете повторить это лечение, и если вы будете использовать циклы природы цветения акации, вы буквально, ну даже вот первый прием даст вам облегчение. Акацию можно хранить на протяжении всего года в сухом месте, или, может быть, даже в морозилке сухие цветы. А можно приготовить настой. Для этого мы просто засыпаем емкость. Ну вот у меня литровая бутылка, может быть, литровая банка. Она очень легкая, воздушная. Не забиваем, а так, чтобы она свободно находилась в стеклянной таре. И затем вы полностью заливаете под горлышко, заливаете алкоголем. Это может быть качественная водка или домашний алкоголь.
и настаивается 3 недели в темном месте, периодически вы взбалтываете, и вот такую настойку уже вы принимаете точно так же на протяжении 2 недель, перерыв 2 недели, снова 2 недели, 3 раза в день по столовой ложке, можно на 100 грамм воды перед едой, а можно просто ложечку и запить теплой водой. Дорогие друзья, в связи с тем, что акация очень хорошо очищает почки, в этот период у вас, если есть соли или мелкие камушки, в этот период может пойти выход, и вы должны быть готовы к обострению. Если в почках нет такой проблемы, акация сразу же буквально принесет вам облегчение при цистите, при воспалении мочевого пузыря и мочеполовой системы. Особое внимание обратите, если вы женщина, зритель моего канала, если есть проблемы у мужа, у парней, может быть, по мужским направлениям. При простатите очень хорошо, при аденоме. Это является как поддерживающее средство, и акация также противовоспалительная.